Всем привет-привет! Вас приветствует крымский питомник Чихуахуа Элсми Голд. Мы из Крыма, Симферополь. Сегодня расскажем вам наши новости нашего питомника. Сегодня уезжает один из наших мальчишек. Он остается жить в Симферополе. Как-то все так быстро решилось. Да, по цене я уступила. Я это не отрицаю, я уже неоднократно говорила, что по цене я могу уступить. Давайте угадаем, кто же уезжает. Мальчишка Феликс, Лео или Сальвик? Ну, так как Сальвика у нас нету в кадре, значит, кто-то из этих. И кто же больше всех у нас прыгает? Это Феликс. Феликс сегодня поедет в новую семью. Сегодня мы будем с ним прощаться. Но это я покажу чуть позже. Это видео я тоже выложу ближе к вечеру. Сейчас у нас обед. Где-то час дня, может, 12 час. И пока я только собираюсь. Да, зайка, ты сегодня будешь ночевать в новом доме с новыми владельцами. Пообщались с девушкой. Девушка очень приятная по голосу. Общались мы пока только по телефону. Это будет их первая маленькая собачка. Деток маленьких нет. Так что, Феликс, ты потом нам напиши, как ты там ночь провел первую. Хорошо ли себя вел? Да. Все, пойду я сушить волосы. И буду собираться, потому что скоро приедет твоя мамочка. Да, да, твоя мамочка. Вот так вот, мой зайка. Мальчишка очень хороший, очень добрый, очень позитивный и... Прыгун, прыгун, прыгун. Залез на меня. Все. Давайте я покажем на солнышке, какой ты. Вот такой вот красавчик ты мой, мальчик триколор. Триколор тоже. Тоже с бровками. У Феликса сейчас меняются зубки, я уже говорила. В каком-то видео я показывала. Вот такой вот красавец наш. Кормить я его, наверное, уже не буду. Хотя вроде бы близко живут, но мало ли что. Посмотрим. Может, еще и покормлю перед отъездом его. Будет жить тоже рядом с нами, в одном районе. Мы его будем видеть. Это, конечно, меня очень-очень сильно радует, что мальчишка будет жить недалеко от нас. Это, считайте, там пару улиц от нас будет. И мы будем... наблюдать за ним, как он подрос, каким он стал. Мальчишка длинношерстный. Сейчас у него меняется шерстка, за счет этого он как-то выглядит, ну, как-то так. Конечно, шерсть меняется. Ой, это у нас рация работает. Надо отключить. Это детская рация, которая подсоединилась к... Здесь у нас во дворе охрана стоит, и, походу, на одну волну. Пойду выключу. Это значит, они тоже нас слышат. Ух ты! Прикольно. Сейчас узнаем. Новости узнаем от нашей охраны.